Внимание, 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 уважаемые дамы и господа! Наконец-то рад приветствовать вас на торжественном награждении Stella International Beauty Award 2017 года. Мы собираемся сейчас все здесь, те самые номинанты, дорогие друзья. И хочу сказать, что сегодня является генеральным партнером нашего награждения Intercharm Украина. Хочу сказать, что награждение будет происходить в двух категориях. Номинации категории Beauty Business и номинации категории Beauty Masters. Сейчас мы начинаем наше награждение с номинации в категории Beauty Masters. И как видите, сразу здесь присутствуют леди, которые будут мне помогать сегодняшними вручениями награждений. Дорогие друзья, приготовьтесь! Итак, одна из целей премии СИБА является выявление и поддержка новых нишевых профессий бьюти-индустрии. В этом году жюри премии назовет лучших мастеров моделирования бровей. Внимание, номинация «Лучший brow artist». Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену 7 из 10 победителей этой номинации. Внимание, Акинина Алена, прошу вас на сцену под аплодисменты. Чок Нади Алина, Бунчужная Людмила, Кравец Надежда, Гаевская Ирина, Ташник Татьяна, Голубева Татьяна, дорогие друзья. Я повторяю, Акинина Алена, Чок Нади Алина, Бунчужная Людмила, Кравец Надежда, Гаевская Ирина, Ташник Татьяна и Голубева Татьяна. Дорогие друзья, перед вами номинация «Лучший brow artist». Пожалуйста, прошу еще раз ваши аплодисменты этим очаровательным леди, конечно же. Для награждения топ-3 мастеров в этой категории мы приглашаем на сцену члена экспертного жюри премии, известного специалиста в области физиогномики, бизнес-тренера Леонида Золина. Ваши аплодисменты, друзья! Итак, внимание, именно Леонид будет вручать следующие призовые места. На сцену приглашается мастер, занявший 3-е призовое место в номинации «Лучший brow artist». Это Анна Кравченко. Встречайте аплодисментами, друзья. Третье призовое место. И, дорогие друзья, за второе место награждается Ксения Окис. Пожалуйста, Ксения Окис. Вот и она, Ксения Окис. Пожалуйста, подойдите к нам поближе. Уважаемые друзья, а победителем номинации становится Марина Боровая. Приглашаем, пожалуйста, прямо сейчас Марину. И вот Марина среди нас. И именно Леонид вручает первое место. Мариночка, поздравляю тебя. Ты очаровательна. Ты мастер с большой буквы. Ты просто светишься. Ты этого заслуживаешь. Держи, скажи пару слов. Я в шоке. Спасибо большое. Ты в шоке, мы тоже. Это прекрасный момент. И это первая премия. И ты первая, кто выходишь на эту сцену первым. Представляешь, ты победитель. Поаплодируйте ей, пожалуйста, друзья. Итак, внимание, следующая номинация «Лучший Lash Artist» – наращивание и моделирование ресниц стало незаменимой косметической процедурой в общем комплексе моделирования внешности. Это очень востребованная процедура для придания выраженности взгляду, устранения асимметрии, коррекции разреза глаз. И сейчас мы называем 10 лучших мастеров моделирования взгляда по номинации 2017 года. Дорогие друзья, приготовьтесь, мы приглашаем на сцену, внимание, Поралова Оксана. Ваши аплодисменты, друзья, пока я продолжаю зачитывать список. Прядко Юлия, Нехай Виктория, Кулик Анна, Кипкало Жанна, Букреева Виктория, Шульга Елена. Прошу вас на сцену, уважаемые леди. Я приглашаю на сцену вместе с Леонидом. Приглашаем мастера, который занял 3-е место. Итак, это Татьяна Калмыкова. Пожалуйста, встречайте, Татьяна! Именно из рук Леонида вы получаете ваш приз, вашу номинацию. Еще раз аплодисменты Татьяне, дорогие друзья! А я приглашаю Татьяна Белоловец. Пожалуйста, именно сейчас Татьяна Белоловец.
Очаровательная Татьяна! Аплодисменты этой леди! Прошу вас, поддержите аплодисментами, друзья! Прямой эфир прямо сейчас снимает Татьяна, и это хорошо. И можно сделать даже селфи, что будет вообще шикарно. Первое место жюри присудило Юлии Искусных. Ваши аплодисменты. Встречайте, Юлия Искусных. И очаровательная Юлия приближается к нам здесь и сейчас. Прошу вас, Леонид. Юлия, вот ваша фамилия, она говорит все за себя. Вы искусная, и вы соответствуете себе на все 100% и лицом, и руками, и душой. Поаплодируйте, друзья. Это первое место. Спасибо огромное, Юлия, спасибо огромное, Леониду, и поздравляем вас. И просим всех победительниц пройти в нашу торжественную фотозону и, конечно же, отпраздновать победу бокалом шампанского. Итак, номинация «Лучший мейкап-артист». Приготовьтесь, дорогие друзья. Сейчас я приглашаю на сцену 7 из 10 победителей. Итак, ваши аплодисменты. Наталья Найда, Анастасия Левандовская, Юлия Ворон, Таисия Васильева, Лариса Ларина, Елена Юдина и Павлюк Василина. Дорогие друзья, ваши аплодисменты этим леди. Итак, приглашаем на сцену мастера, который занял третье место, Инна Евтихова. Пожалуйста, Инна Евтихова, очаровательная Инна, отправляется к нам прямо здесь и сейчас. Браво, дамы и господа, мир моды, мир стиля живой благодаря вам. И сейчас вам вручается этот прекрасный диплом. Дорогие друзья, я уверена, что эта награда абсолютно, абсолютно честная, потому что я, когда видела списки, у меня прямо сердце замиралось, она приходила со всей Украины, списки, и Инна все время входила в топ-10, и когда сведена была таблица, сердце замерло от радости. Инн, вы достойны этого, я знаю, как вы развиваете индустрию макияжа, я знаю, сколько сил, энергии своей жизни вы положили на благо развития, и я желаю, чтобы все ваши ученики достигли вершин. Поздравляю вас. Браво! Спасибо вам за эти слова. Второе место. И второе место просим на сцену Ирина Кадочникова. Ирина Кадочникова, вот и она. Прошу вас. И вы заслуживаете достойнейших аплодисментов, дамы и господа. Что же, дорогие друзья, внимание, внимание. Сейчас интрига, интриг. Победителем в столь артистичной номинации жюри определило Славу Чайку. Слава, Чайка, где же вы? Мы хотим вас увидеть. Вот этот человек. Браво! Это абсолютно честные аплодисменты. Слава, вы абсолютно лидируете по Украине. Это приятно, что есть такие замечательные, замечательные творческие люди. Спасибо вам большое за вашу работу. А у нас на очереди номинация «Лучший мастер перманентного макияжа». Приглашаем 7 победителей из 10. Итак, внимание и ваши аплодисменты. Елена Пуц, Валерия Садах, Татьяна Сахина, Елена Моисеенко, Юлиана Дружинина, Екатерина Кузина и Оксана Тригуб. Итак, дорогие друзья, лучший мастер перманентного макияжа. Третье место – Лариса Волкова. Второе место – Юлия Розгон. Я приглашаю Юлия Розгон. И мне кажется, что Юлия сейчас получает приз зрительских симпатий. И, конечно же, прошу вас на сцену. Юля, как мне приятно, что именно я могу вручить тебе такой замечательный подарок. Приз, вернее, не подарок, это, ну, я считаю, это достойно, тут даже вопросов нет. Юля, я рада. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, первое место. Победитель Ольга Несмеян. Ваши аплодисменты! Подъем.
что вы достойны прекраснейшей работы. Благодарю вас за вашу работу. Благодарю, что вы популяризируете действительно настоящее, красивое, профессиональное искусство перманентного макияжа. Спасибо большое. Ваши аплодисменты еще раз, пожалуйста, Ольга Несмеян. Следующая номинация – лучший парикмахер. Для каждого клиента лучший парикмахер – это его мастер. Международная премия красоты Сиба берет на себя огромную ответственность в определении 10 лучших парикмахеров Украины. Ведущие бренды, лидеры обучающих центров провели экспертную оценку и выявили этих номинантов. Внимание, мы с Алексеем готовы встретить мастера, который занял 3-е место. И это Елена Войнова. Пожалуйста, встречайте, Елена Войнова. Ваши аплодисменты. Встречайте, друзья! Невероятная, очаровательная, прелестная Елена Войнова. А мы приглашаем на сцену мастера, который занял 2-е место. Это Марина Коньяковская. Что ж, друзья, все равно аплодисменты. Представитель Марии Коньяковской с нами. Спасибо вам огромное. И, наконец, 1-е место престижной номинации. Приготовьтесь, друзья. Вячеслав Дзюденко. Встречайте, Вячеслав Дзюденко. Спасибо огромное. Спасибо огромное за 1-е место, за победу. Вы знаете, все церемонии, премии, их очень сложно создавать, готовить. Когда меня пригласили в жюри, я сказал там одно условие. Никто из участников не должен там оплачивать какие-то диплом, взнос или еще что-то. И если мне не понравится этот рейтинг, ну, я... Ну, не буду своим именем его легализовывать. Время таких премий пришло. И я поздравляю Stellu Award, что эта премия состоялась и состоится. Я надеюсь, что в следующем году будет очень красивая, большая церемония. Я думаю, что этот проект будет расти, развиваться. А то, что на сцене мои коллеги эти имена, я счастлив просто быть с ними рядом. Спасибо всем. Вместе с Алексеем мы готовы встречать следующую номинацию. Лучший мастер ногтевой эстетики по специальности маникюр. Ногтевая эстетика является самым быстрорастущим направлением в бьюти-индустрии за последние 10 лет. Приглашаем на сцену 7 номинантов. Ваши аплодисменты. Светлана Мудракова. Светлана Гергель-Соловей. Ирина Амбросиева. Юлия Лесик. Владислава Хроменкова. Аревик Ашигенс, Юлия Савранская. Друзья, 3-е место. Наталья Головина. Я прошу встретить аплодисментами Наталья Головина. Вот и вы. Итак, прошу вас, становитесь просто вот прекрасно. Наталья Головина. Мне кажется, вы можете быть... В результате намного более по центру, потому что 3-е место. Тем временем, дорогие уважаемые дамы и господа, приглашаем на сцену мастера, который занял 2-е место. Галина Старенко. Ваши аплодисменты, Галина Старенко. И, наконец, лучшим мастером маникюра 2017 года становится Наталья Гринчишин. Ваши аплодисменты! Прелестная, очаровательная. И сейчас на очереди номинация «Лучший мастер ногтевой эстетики по специализации моделирования ногтей». Приглашаем на сцену мастера, который занял 3-е место. И это Татьяна Бондаренко. Встречайте! Я представитель. Я очень рада за Татьяну получить эту награду. Это преподаватель моей школы. Я очень счастлива. Я обязательно передам. 2-е место. Светлана Мудракова. Ваши аплодисменты.
И, дорогие друзья, заметьте, Светлана Мудракова обладатель уже двух дипломов. Внимание, внимание! Однако это не все. Первое место. Главное место, первый рейтинг в номинации. Ирина Амбросиева, встречайте! Друзья, собственно говоря, вот они настоящие победы. Хотите ли добавить два слова? Очень рада, что организовали такой проект. Я думаю, что мы сейчас все счастливы быть на этой сцене. И хочу пожелать дальнейших перспектив и нам, и вам. Итак, лучший мастер ногтевой эстетики по специальности – аппаратный педикюр, дорогие друзья. Аппаратный педикюр. На сцену приглашается обладатель третьего места – Людмила Карпенко. Встречайте, Людмила Карпенко! Прошу вас, вы прелестны, конечно же. А тем временем второе место. Приготовьтесь, Ирина Егорова, встречайте! Уважаемые друзья, и, наконец, лучший мастер аппаратного педикюра 2017. Оксана Маланчак, встречайте! Я очень благодарна всем мастерам бьюти-индустрии, потому что именно рынок бьюти-индустрии самый развитый во всем мире. И мы, красивые женщины в Украине, тому доказательство. Спасибо вам. Дорогие друзья, внимание, следующая номинация. Лучший мастер ногтевой эстетики по специализации классический педикюр. Топ-10 руководителей, обладающих всеми необходимыми требованиями в наиболее гармоничном сочетании. Номинация «Лучший руководитель салона красоты». Мы приглашаем на сцену лучшего руководителя салона красоты, который занял третье место. Итак, встречайте Руслана Мороз, салон Kiko Style. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Однако сейчас на сцену приглашается лучший руководитель салона красоты, который занял второе место. Карина Дубинина, сеть салонов Backstage. И я повторяю, Карина Дубинина, и вы с нами. Спасибо огромное, дорогие уважаемые леди. Однако это не все. Именно сейчас, в эту секунду, готовится первое место. Александр Толубко, сеть салонов Капо. Диско!